Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас уже пятница, и мы вновь находимся на Московской международной книжной выставке-ярмарке. И сейчас рядом со мной находится знаменитый советский, российский поэт, которого вы наверняка все знаете, но я представлю еще один раз. Зовут Владимир Петрович Вишневский. Владимир, здравствуйте! Нет, как советский я не знаменит. Как советский я был молодой поэт, которым работал довольно долго и даже написал 17 лет как молодой поэт, а 37 все нет и нет. А дальше знаменитый принимаю. Спасибо. Вам спасибо большое. И есть у нас несколько вопросов по поводу новой книги, которую сегодня вы презентовали своим читателям и новым читателям наверняка тоже. И я попрошу вас описать ее в 5 словах. Это могут быть существительные, глаголы, причастия, но просто 5 таких штрихов, 5 мазков. Ноу-хау, антибаналитет, любовь, в свою пользу. И, наверное, все-таки, если можно вместо одного слова в порядке исключения закончить строкой, которой заканчивается книжка, я думаю, она будет уместна в вашем, в общем, вашей модели вашего вопроса. Книга заканчивается так. Да, все так, но начинать надо при жизни. Может быть, это есть и 5 слов или больше. Ну, я думаю, 5 слов тут точно были, если чуть больше, ничего страшного. Еще такой вопрос. Можем ли мы назвать 3 книги или, может быть, 3 поэтов, которых нужно прочитать каждому молодому человеку до 25 лет? То есть обязательная программа, скажем так. Ну, вы знаете, для меня поэт поэтов – это Блок, Александр Блок. Это можно долго объяснять, можно не объяснять, сказать Александр Блок. Как это ни странно, как это ни банально, а я уже говорил, что многие насущные жизненно важные вещи, они банальны. Это должен быть Пушкин, особенно сегодня. Не то, что там солнце нашей поэзии, наше все, а просто Пушкин. Просто Пушкин. И его проза в том числе. Его проза, да. Его проза, да, проза Пушкина, согласен. Вот. И третий, конечно, может быть, на усмотрение каждого. Вот. Имеется в виду ведь отечественные авторы, что называется, да? Конечно. Вот. Я считаю, что прозу Гоголя тоже надо сегодня прочитать и сходить к памятнику во дворе Гоголевского бульвара. Не к тому, который парадно стоит на бульваре, а к тому, который стоит во дворе Дом-музея. И не сводя глаз с Гоголя, с его лица, пройти по часовой стрелке. И вся жизнь Гоголя... От молодых, так сказать, лет, когда он был полон надежд и предвкушений, до зрелости, когда он озадачился и опечалился, и до ухода из жизни, когда улыбка надежды сменилась маской ужаса, и он превратился в памятник себе, пройдет перед глазами человека, который пройдет по часовой стрелке, не сводя глаз Гоголя. Это открытие не мое, но это, прочитав Гоголя, надо пройти. Вот. Конечно, надо читать Булгакова, конечно, надо читать Зощенко. И вообще стоит читать, как я написал, с иронией, прежде всего, к себе, который не читает недостаточно, сколько он должен, написал: «Пусть меня поправят товарищи, чей инстинкт для нас основной. Остаемся мы самый читающий телефон великой страной». Большое спасибо, и мы хотим дать возможность нашим зрителям выиграть вашу книжку, но чтобы ее выиграть, им нужно будет подключить вдохновение и фантазию. Я сейчас попрошу вас задать нашей аудитории какой-либо вопрос, который касается, быть может, рассуждений или каких-то фактических данных, чтобы они могли креативно нам ответить, а затем мы выберем лучший и презентуем вашу книжку. Ну, вы знаете... Я не знаю, это должен быть из области литературы вопрос. Потому что а сейчас, как хотите, давайте сейчас, с креативами сейчас, спросим по физике что-нибудь. В Гогольном театре многое можно пробить и узнать, и подглядеть. Это, с одной стороны, хорошо, потому что, смотрите, можно, пока я думаю над вопросом, нынешнее поколение без всякого брюзжания, я уже сказал, пошутил, что многие даже не представляли, что была какая-то жизнь в эру до мобильной связи. Когда я написал «Я в юности все двушки прозвонил», эта строчка уже непонятна. Я просто думаю, что вот эти слова Ленина, был такой персонаж до интернета, который сказал: «Коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память, дальше внимание, знанием всех богатств, которые выработал человечество». А ведь старик-то был прав пророчески невольно в том, что знание всех богатств, которые вырвало человечество, и все богатства, которые вырвало человечество, уже оцифрованы, и они есть в интернете, которое является величайшим благом цивилизации. И когда кто-то говорит, кто-то относится к нему отрицательно, иронически, или говорит с таким
высокомерным, не хочет говорить снобизм. Говорит, я не хожу в социальные сети. Я вспоминаю анекдот моей юности про неуловимого Джо, который скачет по степи, неуловимый Джо. И не потому он неуловимый, что его поймать не могут, а потому что он нахрен никому не нужен. Надо быть нужным себе, и ты пригодишься кому-то. Вот. Но это еще не вопрос. Я, знаете, однажды выдумал вопрос, который, в принципе, можно задать и нынешнему поколению. Он не является в год кино. Давайте год кино. Тогда про год. Вот, год кино, да. Хотя он официально объявлен, я как человек, снимающий себя в кино с удовольствием новопосвященного. Вот смотрите, есть у нас культовые фильмы, которые мы смотрим, а которые от смотрения становятся лучше. Они на основе все-таки литературы, потому что все-таки «Покровские ворота» сняты по сценарию, по пьесе великого Зорина, чьей дружбой я горжусь. Так вот, значит, по пьесе Зорина, значит, фильмы, которые мы смотрим, там «Берегись автомобиля», там «Белое солнце пустыни». Так вот, в год кино вопрос. На чьей могиле каждый год в октябре, в день своего профессионального праздника, питерские таможенники отмечают этот праздник? На чьей могиле? Ну, я даже подскажу, на могиле какого актера? Большое спасибо. Друзья, пишите свои ответы в комментариях. Спасибо, да, это вам в подарок. Спасибо. Большое спасибо. Очень хорошо.